Крепкого здоровья всем, дорогие друзья! В этом видео мой отец будет рассказывать и показывать вам свою рыболовную поездку в Приобье за 2017 год. Смотрим. Вот мы и прибыли. Это главный матрос. Вот мы и прибыли на место. Сейчас будем шмотки вытаскивать. Кое-кто уже работает, а мы пока съемкой занимаемся. Кевларовые перчатки, которые не режутся ножом. Ну-ка, подожди, ну-ка, докажи. Во-во-во. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кто в теремочке живет? Мышка, наружка, да? Да-да-да. Это наш дом, в котором мы будем жить на этой неделе. Ну вот, наконец-то мы собрались со снастями, настроили наши удочки, наточили крючки. Поставили вот такую приманку. Это обычная чебурашка с развернутым ухом. На нее насажен белый твистер. У нас здесь уже испытанный. Насадили на обычный крючок. И на все нет ничего, чтобы хорошо подсекал рыбу. Отличный. Так и должна быть такая поклевка. Первый час рыбалки показал, что рыба в водоеме есть. Она клюет. В связи с тем, что сильный порывистый северный ветер, особой ловли нет. Все рыбы зацепляются за кончик губы, самый край. Очень много пустых поклевок, снимает твистер, но все равно клюет. Так что наловить сколько нам нужно, мы наловим, удовольствие получим. А сейчас пока пойдем готовить уху. Взяли три маленьких рыбки для того, чтобы нам маленько приготовить, покушать. Сейчас покажу. Вот это наша рыба. Ну вот, сейчас мы пообедали и выехали на вечерний клев. Достаточно большой спиннинг, 3 метра длиной, не особенно удобен для ловли с лодки, но зато позволяет забрасывать достаточно далеко. Thank you.
сейчас отпустим. Успокойся, только снимем пару кадров и спокойно уплывешь. Вот. Классическая отлевка. Вот очередной трофей местный. Небольшая щука в районе килограмма. Еще одна. Не крупный шварагай. Лучше рыба какая-то. Может, сопротивляется только так. Гнет. Это подводная лодка. Мы тебя отпустим. Вот он, трофей. Вот такая вот. Есть. Совсем на самой лодке. Такой же размер. Жалко, вам не видно, как она делает свечи. Вот, все. Выплюнула сама. Очередной трофей.
Давай, Вовка, снимем мушку свяжу. На поймение. Жука, да, ест? Не знаю, что-то ест. Жука, да, ест? Не знаю, видеокамеру видно будет потом. А мне кажется, траву просто. Нет, она что-то черная там, он этот ковыряет. Ну, зубы большие у нее, между прочим.